Приветствую вас на моем канале, меня зовут Лилия Донскова, и сегодня у нас будет обзор потрясающей новинки из каталога Oriflame номер 13. Это целая коллекция помад серии Giordani Gold, такой потрясающей упаковки, сатиновые помады, 8 оттенков, которые навеяны цветами осени. 8? Точно 8. И сейчас у меня на губах первый оттенок, жемчужный нюд, его код 406-57. Для меня, конечно, эта помада очень светлая, ее практически не видно на губах, но я могу сказать сразу по ощущениям. Помада увлажняющая, очень мягкая, легко распределилась на губах, она не полосит и дает такой просто приятный вкус. Просто у нее очень-очень тонкий оттенок аромата, практически незаметный. Но давайте попробуем остальные помады и переходим ко второму оттенку. Второй оттенок 406-58, розовый кварц. Он уже более насыщенный, но тоже такой мягкий, прозрачный. То есть я хочу отметить, что помада очень прозрачная на губах и очень мягенькая, то есть такая как прям невидимка. Переходим к следующему цвету. Красный гранат, код 406-59. Уже очень ярко, сразу даже без контурного карандаша помада легла достаточно прям эффектно. Кстати, мне всегда интересно, какой оттенок, на ваш взгляд, мне подходит больше всего? Пишите в комментариях. Этот оттенок огненный опал, код 406-60. Очень огненный, мне кажется, у меня губы прям горят. Оттенок золотистая амбра 406-61. Такой с рыжинкой, с легкой рыжинкой такой оттенок. Прикольно. Дымчатый топаз, код помады 406-62. Вот для меня, мне кажется, это идеальный оттенок. Он такой нейтральный, мягкий, в то же время насыщенный. И, наверное, с контурным карандашом он будет просто необыкновенный. Но вы пишите, пишите. А это помада для истинной королевы. Она так и называется, королевский рубин. Ее код 406-63. Оттенок пурпурный сапфир 406-64. Итак, это была последняя помада, 8-й оттенок. И впечатление от помады у меня замечательное. По ощущениям она такая легкая, невесомая, увлажняющая. И я уверена, что каждый из вас найдет для себя какой-то особенный оттенок, чтобы в эту осень войти с новой помадой, потому что мы, девочки, любим новые помады, это всегда для нас что-то такое праздничное. Когда у меня появляется новая помада, это значит что-то классное. Спасибо вам за внимание, жду от вас в комментариях тот оттенок помады, который, по вашему мнению, мне больше всего идет, и, возможно, я себе даже закажу новинку, и просто пишите обратную связь. Какую помаду вы себе будете брать, тоже интересно. До новых встреч, с вами была Лилия Донскова. Пока-пока!